заводском районе водитель легковушки сбил пенсионера. 77-летний мужчина решил перейти огородную, но до тротуара так и не дошел. Старика сбила девятка. За рулем отечественной легковушки находился молодой человек. Он тут же бросился помогать пострадавшему, но пенсионер уже не дышал. По словам полицейских, у пожилого мужчины от испуга могло остановиться сердце. Серьезных ран на теле не было. В итоге виновник аварии – сам пешеход. Переходил дорогу в неположенном месте. Нарушал и водитель девятки. Превысил скорость в 2 раза. Это показал эксперимент. Пятнадцать и четыре.